Студент заходит в аудиторию сдавать экзамен и сразу, без лишних разговоров, ставит профессору пузырь коньяка. Профессор говорит: молодой человек, это удовлетворительно. А тогда студент ему раз еще и коробку конфет. Профессор говорит: это уже хорошо. И студент дарит профессору дорогую перьевую ручку Паркер. Профессор говорит: ну это отлично, молодой человек, давайте зачетку. И рисует ему отлично. Студент тут же отбирает у него все эти подарки, говорит: ну ладно, отец, физику я тебе сдал, пойду математику сдавать.